Письма доставим. Поддержать солдат, которые участвуют в специальной военной операции, решили студенты Мурманского арктического государственного университета. Ребята присоединились ко всероссийской акции «Письмо солдату». Послание написал и Денис. Он изучает право и организацию социального обеспечения на первом курсе колледжа МАГУ. В своем письме написал, конечно, здоровье нашим солдатам, удачи в бою. И чтобы все вернулись домой живыми к своим семьям. Кроме того, на базе МАГУ открыли ситуационный центр, который работает в единой связке со студенческим штабом общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Штаб действует с 2020 года по разным направлениям, и на прошлой неделе все направления были актуализированы. Сейчас одной из самых приоритетных задач является работа с семьями военнослужащих и тех, кто уже уехали, граждане. Волонтеры отвечают на юридические вопросы, проводят психологические консультации и благотворительные сборы, организуют связь семей с военнослужащими, помогают в получении господдержки. Евгения Гричуха, Руслан Мавлютов, ТВ 21+.